Почему не плодоносит княженика? Ответ в этом видео. Я биолог Сулейманов Наиль. Если серьезно, то иногда это может зависеть от строителей, от уборщицы, от сантехника и даже от зарядного устройства. Это также может зависеть от электриков, от состояния электрики и много-много таких факторов. И я расскажу вам подробно о них. Итак, это зависит от опылителей. Чтобы завязалась ягода княженики, она должна быть опылена. Эти цветы должны быть опылены. Опылители – это пчелы, шмели, бабочки. Княженика имеет свою такую особенность. Она сама себя не опыляет. Нужны разные клоны, либо разные сорта одновременно, чтобы друг друга опыляли. И когда вы получили княженику из питомника один сорт, типа, допустим, купили в Аби, там написано София. Но этот, люди не разбираются в сортах, в биологии, но они прекрасно продают все. И сбивают цены, и прекрасно представляют вам возможность купить эти растения. Но эти растения не будут плодоносить, потому что это один сорт. Или вы получили от геолога, который сходил далеко, принес там ком земли в рюкзаке, но он не может собрать его с разных мест. Собирает с одного места, берет один такой ком, и это моноклональное у вас в саду плодится, красиво цветет, но не дает ягод. Проблема может быть в опылителях. В момент цветения княженики они могут летать на другие растения, такие как ива, одуванчик и много-много разных растений. Сейчас княженика почти не цветет, а здесь на других цветах они в большом количестве, и это их поддерживает. Поддерживает их численность, которая нужна будет весной, когда будет княженика цвести. Растение также может идти в ботву, не давать цветов и не давать ягод по многим причинам. По неправильное перекармливание удобрениями. И еще, если вы купили в питомнике, который получил от клонального размножения, то эти растения могут тоже пойти в ботву. Это явление не совсем до конца изучено, не со всеми растениями, хотя с княженикой уже выращивают в большом количестве, но нужно, чтобы прошло два поколения этих растений, и нужно года два для того, чтобы эти растения приспособились и давали ягоды. Вот эта княженика имеет большую биомассу, огромные листья, все большое, а ягод до сих пор нет. Только-только вот завязались. Причина в перекармливании удобрениями. Ягоды, конечно, завязались, но их небольшое количество. Причины отсутствия опылителей может быть следующие. Если вокруг жгли траву, то погибает огромное количество насекомых, в том числе и шмели. И они отсутствуют в этот год или присутствуют в небольшом количестве. Современные лаборатории микроклонального размножения, конечно, это большое достижение науки. Это хорошее подспорье. Но дело в том, что там оборудование зарубежное. И представляете, на линию электропередач упало дерево, ураганы каждый год, каждую весну, каждый июнь происходят. И такие перерывы в передаче электроэнергии бывают очень часто. Также могут в лаборатории электрообогревательные приборы включаться в межсезонье, когда холодно, и двухкиловаттные чайники одновременно включаются везде, а также дуйки, также двухкиловаттные и больше. Все это может вызвать перерывы в электроснабжении. Не всегда есть средства у этих организаций поддерживать непрерывное электроснабжение. И бывают такие моменты, когда непонятно, что происходит.
Часто бывают ледяные дожди, которые также влияют на электроснабжение. А поскольку сам процесс выращивания растений длится почти год, такие моменты могут быть частыми. И растения, нет гарантии, что эти растения выращены достаточно как бы правильно. Получив такие растения, вы можете не получить ягоды. Все пойдет, допустим, в ботву. Лучше выращенные на ветру, на холоде, в естественных условиях, естественным образом, вот на грядках княженика. И княженика должна быть разных сортов, которые будут плодоносить, взаимоопыляя друг друга. Их сортов 10, питомники княженики. Я их распространил по всей стране. Вот оригинал этикетки со Швеции. А вот с Финляндии оригинал этикетки. Это сортовая шикша. Вот самопыляющийся клон морожки Ньюбил. Питомники княженики на грядке. Здесь ее много. Здесь княженика и морожка выращиваются в естественных условиях, значит, они устойчивы к ветрам, к непогоде, к жаре, к дождям. Кроме 10 сортов княженики из Швеции, из Финляндии, настоящих сортов, привезенных лично, есть коллекция дикой княженики. Вот Сахалина, она прижилась, несмотря на то, что в июле прислали. Так быстро, здорово. Вот. Вот Ямало-Ненецкий округ. Здесь 3 клона с разных мест, с расстоянием 100 километров. Чтобы княженика давала ягоды вкусные, красивые, нужно иметь несколько сортов. Нельзя моноклональную грядку иметь с одним клоном княженики дикой. Вот такие будут сегодня август. А уже ягоды первые с 1 июля и даже с 30 июня. Княженика дает ягоды, если правильно знать ее биологию. Для этого подпишитесь на мой канал Сулейманов Наиль, биолог, и нажмите на колокольчик оповещения, чтобы не потерять много видео о княженике, если вы ее выращиваете. Питомник княженики желает вам добра, здоровья и большой урожай самой вкусной ягоды северного полушария княженики.